Очередной футбольный сезон подошел к концу, но наши футболисты долго скучать не дадут. Сегодня несколько обладателей золота молодежного первенства приехали в Мариотт, чтобы сразиться в футбольном турнире с гостями отеля. Поддержать юных чемпионов пришел и ветеран клуба Дмитрий Сенников, а болельщиками стали посетители VIP-секторов стадиона в Черкизове, которым мы сегодня говорим спасибо. В прошедшее воскресенье «Локомотив» совместно с представителями «Мариотт Гранд Тверская» организовал «Локобранч» для гостей отеля, VIP-болельщиков «Локомотива» и футболистов. Мы организовали сегодня для топовых гостей отеля «Мариотт Гранд» такое приятное событие, на котором дали возможность поиграть с легендами команды «Локомотив». Потом приятно обсудить игру и отдохнуть на воскресном бранче, который мы регулярно проводим в гостинице «Мариотт Гранд». Мы надеемся, что сегодняшний воскресный день, несмотря на дождливую погоду, оставит только позитивные впечатления. Илья Рубцов, Денис Анисимов и Максим Чеканчи вышли на поле в составах непривычных для себя команд «Гудки», «Паровозики», «Кузнечики» и «Лока». Вместе с нашей молодежкой футбольную битву поддержал и ветеран «Локомотива» Дмитрий Сенников. Хорошее воскресное мероприятие, я считаю. Спорт всегда объединяет и детей, и взрослых, и очень-очень приятно в воскресный вечер начать с футбола, потом продолжить хорошим обедом, и настроение задается на целый день. После турнира участники переместились в один из залов Мариотта, где общение продолжилось в неформальной обстановке. Поговорить с футболистами и обсудить последние новости мог каждый желающий, а к бранчу присоединился и наш полузащитник Алексей Миранчук. Мне очень нравятся такие мероприятия, спасибо, что приглашают меня всегда. Есть возможность пообщаться с болельщиками, как-то подшутить, обсудить сезон пройденный. Очень все интересно и на высоком уровне. Гостей ждало и еще одно приятное событие – награждение участников и победителей турнира, а также лотерея и розыгрыш ценных призов от «Локомотива» и «Мариотта». В конце бранча каждый желающий мог взять автограф у наших футболистов, а также сделать памятное селфи. Организаторы же, в свою очередь, выразили надежду, что такое событие станет теперь ежегодным.